Здравствуйте, сейчас я вам продемонстрирую мото-одежда Италия, цена за килограмм 897 рублей, в упаковке 35 килограмм 18 грамм, стоимость ее упаковки 31 556 рублей, количество единиц 24 штуки, стоимость за одну единицу 1315 рублей. Первая эта куртка идет с защитой на плечах и на локтях. Тут не на всех указаны размеры, к сожалению, но вот визуально она небольшая, может быть в районе 42-го. Вот. И про мотоодежду я здесь не сильно сильна буду. Фасон вы видите, буду рассказывать, что чувствую. Защита вот на локтях, защита на плечах есть. Размер указан XS. Так, дальше тут тоже защита и на локтях, и на плечах. И вот здесь вот есть тоже какие-то такие, знаете, вот не прям защита, как вот здесь вот что-то очень жесткое, а просто как какое-то вот уплотнение. Размер 2XL. Так, это у нас штаны. Размер у них 3XL. Какой-то прям защиты не вижу, они отстегиваются на липучке. Липучкой молнии, видимо, отстегивается штанина снизу. Не очень понимаю, зачем. Под коленом вот есть, вижу, вентиляция. Так, дальше. Ну, вот это, видимо, уже отстегнуты, да, штаны, как те отстегиваются. Может быть, какие-то ботинки одеваются специальные, высокие для этого. А размер не указан. Ну, вот они по бедрам дальше. Вот видно, что они, скорее всего, идут XS-ка. Так, это у нас тоже штаны. Но это больше похоже, знаете, на такие обычные штаны, утепленные и жесткой ткани, размер не указан, 44. Так, кожаные штаны коричневого цвета. Идут с подкладом трикотажным, по-моему, что между плащевкой и трикотажем, заужены к низу. А, размер не указан, но они тоже небольшие, скорее всего, XS-ка. Так, вот эти вот штаны из плотной кожи, они очень тяжелые идут. А, затягиваются на талии, размер 38. Идут вот с дополнительной кожаной вставочкой на коленях. А, ну вот, все. Заужены снизу, есть застежка молния. И вот прям повторюсь, они очень-очень тяжелые. Так, это у нас куртка. Защита на локтях. Защитные вставочки на плечах. Ну, пояс. А, по спине вот здесь вот тоже есть защитная вставочка. Вот ее видно, она выпирает. То есть она идет по спине с самого верха до поясницы. Так, это у нас штаны прямые с наколенниками, размер 52. Ну, на какой-то очень, это, как сказать, стройный 52 размер. Я бы сказала, что они, скорее всего, 48. Вот здесь у нас размер стоит L, есть наколенники, такие достаточно длинные. Ну, в общем-то, все. Так, это у нас кожаные штаны. Ну, просто кожаные мужские штаны 44 размера. Мне кажется, они подойдут и женщинам. Такой универсальный вариант. Так, тоже штаны. Вот эти вот идут как будто укорочены, либо на очень невысокий рост. Есть вот такая вот бляха сзади пришита. Размер 36-38. Так, это у нас куртка. Такой, мне кажется, уже, знаете, на конец сезона. То есть она такая достаточно теплая. Размер у нее L. Есть вставочки, ну, такие мягкие. Знаете, в предыдущих были жесткие, как наколенники, налокотники. А здесь просто уплотнено. И плечи тоже идут такие, знаете, мягкая защита. Она очень плотная, но мягкая.
И такое же уплотнение вот идет по спинке. Так, здесь у нас штаны. Плотная поясница сделана, размер 2XL. Сделаны мягкие наколенники. Ну, вот на этом, в общем-то, и все. Так, дальше это у нас кожаная куртка. Она очень тяжелая, идет плотная. Размер у нее XL. На локтях есть небольшой уплотнение. То есть на локтях просто как двойная кожа. И все. Так, дальше кожаная куртка, тоже такая очень тяжелая. Вставлены жесткие на локотники, жесткие плечи. Размер не указан, но может быть в районе до 50-го, скажем так. Не знаю, насколько плотно они должны сидеть. Но вот здесь тоже тяжелющие кожаные штаны. Есть вставочки уплотнения на бедрах, на коленях, на голени. Так, и по пояснице мягкая вставочка. Так, следующая куртка тоже, мне кажется, уже на конец сезона. То есть она идет удлиненная, утепленная. Мягкая защита на локтях, на плечах и по спинке. Идет защита до поясницы. Быть женский вариант куртки. Она украшена клепочками, вот такими вот штучками. Защиты какой-то я у нее не чувствую. Вот единственное, что она идет вот, вот это вот место идет у нее двухслойное. Так, кожаная куртка. Вот это вот мужская, видимо. Молния. Тоже никакой-то специальной защиты я у нее не чувствую. Обычно кожаная, но очень плотная куртка. Вот эта вот мужская теплая. Жесткие налокотники, жесткие плечи. И защита по спинке идет до поясницы. Так, и вот последний, скорее всего, идет комплект, но так как он идет отдельно, было посчитано за отдельную единицу. Это куртка. Идет с мягким дополнительной вставочкой, знаете, похоже на поролон по спинке. Вот здесь вот в локтях немножко, и вот небольшие вставочки в плечах. И идут такие же штанишки такого же фасона, вставочки вот здесь вот на бедрах. Вставочки небольшие есть на коленях. На этом все. Размер, к сожалению, не указан. Но мне кажется, может быть, до 44-го. Сейчас вам были продемонстрированы мото одежды. Италия. Цена за килограмм 897 рублей. В упаковке 35 килограмм 18 грамм. Стоимость всей упаковки 31 556 рублей. Количество единиц 24 штуки. Стоимость за одну единицу 1315 рублей. Спасибо за внимание. До свидания.